Ну что ж, и всем привет, с вами Age of Sin, и сегодня мы продолжаем выживать на сборочке Agrarian Skies, версия Майнкрафта 1.6.4. Ну что ж, это у нас 24-я серия. Я таки вроде разобрался с порядком серии, а то у меня что-то вообще какой-то кошмар был. Я все не мог нормально вспомнить, где какая. И вот я что подумал, смотрите, у нас есть производство лавы, так. У нас есть производство, мы точнее можем наладить без проблем производство воды. Тоже фигнящее. Но что нам надо? Нам нужно каким-то образом получать обсидиан. И самого простого способа, кроме как через ват мода, сейчас я скажу, как он называется. Мод называется Мариколча. Я, честно говоря, пока не знаю. Соответственно, давайте посмотрим, как этот ват делается. Знаете, до меня что тут внезапно дошло, что... Так, Мари... Культура. Нет. Так вот. А, он Чан называется. Некоторые вещи, хоть они здесь на русском языке отображены, они все равно по-английски могут писаться. Так, здесь нам нужен инвар. Кстати говоря, не зря я инвар сделал. Будет у нас обсидиан делаться в этой штуке. Просто смотрите, я могу, конечно, заливать лаву и воду сюда, но это будет в общем, не очень хорошая штука. Потому что у меня чан единый, и он будет то переполняться водой, то переполняться лавой, и в итоге будет пипец. В чане же логика немного другая. Я могу залить туда две жидкости одновременно, и эти две жидкости могут быть абсолютно разные. Ну, как вы поняли, одна из них может быть лавой, а одна из них может быть не лавой. Соответственно. Мне бы как-то вот эту вот лесенку бы убрать, наверное, и вообще сделать бы доступ прямо вот до сих. Это мне надо как-то придумать, пока я не знаю как. Будем что-то рубить, что-то удалять, что-то ломать. Ну, в общем, ого, 10 тысяч энергии. Ни хрена ты хаваешь. Будь здоров. Обалдеть, только сейчас заметил. Да, кстати, смотри, 160 РФ действительно остановилось на этом уровне. То есть все, как я и говорил. Так, это надо забрать. Да, кстати, мы сумочку не открыли в прошлый раз. И у нас пневмоприводы. Очень хороший бонус. Мне хотя бы их делать не надо будет. Как говорится, всему надо радоваться. Даже если они нахер не нужны, они все равно нахер нужны. Вот, а для чего мне нужно много обсидиана? Обсидиана мне нужно для того, чтобы делать из него как раз такие самые матерые трубы в термалке. Итого. Где-то здесь мне надо разместить машинку по производству воды. Потом мне где-то надо забрать лаву здесьима. В принципе, вот этот сундук, он сейчас стоит здесь нахрен не нужен. Что-то я как-то не ожидал такого поворота событий, ну да ладно. Пока что мы, наверное, поставим сюда каблу. Здесь мы поставим ват. Так, сейчас, секунду, ребят, надо просто продумать, как это все будет стоять. Наверное, вот здесь вот будет стоять ват у нас. Вот здесь у нас будет вода и вода. Санта, тебе что, задницу укусили? Что-то дернулась, побежала куда-то. Че побежала вообще? Че надо? Непонятно. Что-то у меня там подкапывает, по-моему. Неприятно. Ой, тут лава, да? Аккуратненько надо. Так, все замечательно. То есть здесь у нас будет 2 литра воды. Здесь у нас по центру будет наша жидкостная хренотенька. А что, прям в ват могу встать? Прикольно. Нафиг не надо, но прикольно. И из вата мы будем забирать, допустим, вот сюда. Наверное. Ну, допустим, вот отсюда мы будем начинать все это дело. То есть здесь я продолжу сейчас пол. Конечно, в идеале я должен был на одном уровне все это делать, чтобы потом не трахать мозг. Но я уже начал делать и не совсем так, как надо было. Так, вот здесь будет вода, здесь у нас будет стоять бачуня с обсидианчиком.
И, наверное, не совсем правильно. Да, не совсем правильно. Бачунь у нас должна стоять вот здесь вот. С обсидианчиком будущим. А эту бачунь пока мы сковыряем. Так, как-то так. Сюда мы тоже сейчас поставим пол. Ну, в принципе, так даже нормально получается. Я думал, будет хуже. Так, и далее. Далее. Сейчас трубы мне нужны. Мне нужен машинка из термалки. Так, у меня еда-то хоть есть? Сейчас мы похаваем. Что-то как-то еда не идет. Надо что-то по матюре с собой таскать уже начинать. Можно, конечно, попытаться из кактуса делать эти штуки, как их называют, жиженькие, но, по-моему, они не намного больше будут прибавлять. Ну, так, как вариант. Ладно, что я побежал-то? Хотел сказать, сейчас все выкину, не, хрен с ним. Так, водяной накопитель. Олово, пневмат, золото, железо. Есть золото. А если найду? Нашел и есть. Стекло, я теперь знаю, куда идти. О, даже стак пока нет. Опытно. Опытно-то как? А что, у меня песок? Вот оно в чем беда. У меня ж песка-то мало. Смотрите, я, кстати, забираю что? Я забираю каблу, я забираю все, кроме даста. Давайте мы маленечко переделаем. И мы не песок вот в последний мой просеивалку будем пихать, а именно даст по белому списку. Маленечко, так сказать. Это еще что за хрень? Маленечко, так сказать, все переделаем. Очень нехорошо, что туда все это улетело, ну да ладно. Я надеюсь, что у меня там один сундук есть. Так, так. У меня такое ощущение, что я дважды в одну и ту же воронку за... Что за фигня? Что дважды в одну и ту же воронку залез. Так, ну... Ждем где-то здесь, получается. Вон в том вот хреновине. Так, что еще? Это я сделал. Песка. Ой, фу, то есть стекло у меня будет потихонечку прибавляться. Давайте пока делать водяной накопитель. Это есть. Дальше. Пневмопривод у меня есть. Олово есть. Ведро сейчас сделаем. Это олово? Ты олово. Ты не олово. Ладно, бывает. Как много у нас, оказывается, не олова. Кошмар. Подождите, а он пневмати... А, ну он сервомотор. А не сервопривод. Ну ладно, какая же по разнице, я считаю. Вот так вот. А. Мы ставим сюда жидкостный накопитель. И он уже начал генерить. А, ну да, у него есть такая беда. Он на автомате начинает генерить неизвестно откуда воду. И он уже аж целых 3 миллибакета нагенерил, ребята. Обалдеть, я богат. Шутка юмора не удалась. Так. Это было что? Это был персик. Так, вы знаете что? Мне надо трубу. Трубы. Жидкостные и обычные. Жидкостные, предметные и сервомоторы. Да, их все равно сервоприводами буду называть, пофиг. Так проще. Сервопривод. Вот. Для чего это сделал? Ну, мне надо просто поставить сюда, точнее налить сюда воды. А так она растекаться будет. А так не будет. Ведь чё-то беда какая-то. Я надеюсь, от второго ведра он раздуплится уже. А то если нет, тогда печалечка. Опять все не так и все не то. Да, так-то лучше. Так, Харри у нас сюда, поэтому ты отдаешь с задницы воду в ват. Все, ват пошел, максимальная емкость у нас, видите, у нас вот один и вот два есть.
То есть я сюда могу подавать и лаву, и воду одновременно. Теперь я вот оттуда веду лавовую трубу. И говорю, что вот сюда вот ты, пожалуйста, это все выливай. И у нас, видите, пошла лава теперь сюда. Но. Мы же не хотим, чтобы у нас вся лава слетела. Поэтому здесь мы поставим, наверное, аж два денса, которых не существует. Это крайне обидно. Что же делать-то, ребят? Что же делать? Как же быть? Он у меня сольет всю лаву. А я даже не знаю, как лучше все это реализовать. А, да, у нас еще и выход не настроен. Такое ощущение, что-то вышло, потому что он опустел маленько. Ну, в принципе, раз 10 секунд делает, то есть, может быть, конечно, за 10 секунд мне и не страшно. Тем паче, что он забьет у меня 64 из 64 стаков. И больше работать вроде как не должен. Все же нужен сервопривод, да? Да, без Б, собственно. Ну, пущай делает, я пока посмотрю, может быть, действительно, если лавы начнет не хватать, тогда уже печаль. С другой стороны, давайте уже ваты поставим наши последние, точнее, не ваты, а крусиблы, чтобы уже началось производство. Так, вот это мое. Надо, главное, не забыть, что мы там ставим не лаву, мы там ставим, как эта штука-то называется. А, так я уже все сделал, я уже все подготовил. Не лава, а другая жиженька. Жбеньк. И теперь от седова я должен забирать всю эту штуку. Просто так как у нас сейчас подключили мы еще один расходник лавы, причем такой нехилый расходник, мы сейчас должны постараться по максимуму ее добывать, эту лаву. Мне нужно будет куча крышек. Просто пипецкая куча. Иначе у меня тут будет вот такая вот вакханейшн, которая мне не очень нравится. Раз. Два. Три. Ну, еще немного трубок. Ой, какие трубки? Крышки. Пока пусть тут будет лава, мне нужны сервоприводы и нужны еще крышки. То есть мне нужна пила. Рыба пила, рыба бухала. А где у меня пила? Пилу надо переложить, если она здесь лежит. Я просто ее опять в упор не вижу и не наблюдаю. Пила, ты где? Ты где, пила? Собака страшная, куда ты делась? Я вполне вам поверю, что ее где-то пропустил, но я ее что-то не вижу в упор. Куда-то я все складываю, да складываю. Куда, непонятно. Прям такой хозяйственный, я манал. Так, точно нет. Тоже нет. Да, вроде тоже нет. Найн! Найн, пила, найн! Чё-то подозрительное. Ощущение, что я пилу просрал. Обида сраная. Так, а у нас же есть какая-то получше пила. Фурге микроблокс. Вот такая вот, допустим, пилку. Почему бы нет? А шо бы и нет-то? Шо бы и нет-то сразу? Взять и сделать алмазную нахрен пилу. Знаете, сколько она будет тратиться? Да до хрена. Столько она и будет тратиться. И всего один алмазик. У меня их 902. Куда мне их девать? Никуда. Все. I'm Superman. У меня есть алмазная пила. Господи, когда же вы там сдохнете все? Жалко. Я думал, сейчас рванут, всех перебьет. Эй!
Разницы, правда, никакой, честно скажу. Алмазная, не алмазная пилка. Единственная разница в том, что ее хватает надолго, вот и все. А учитывая, что я, похоже, тут пилить-то буду много чего, мне она пригодится именно в таком состоянии, в алмазном. А то жопничать уже особого смысла не имеет, учитывая, сколько у меня всякого барахла есть. Так, дастик у нас где перемалывается? Дастик у нас вот здесь вот скоро пойдет, но когда это будет скоро, хз. Блин. О, давай, давай. Я успел. Ей. Так, кабла уже все. Стекло пока ничего. Сейчас я все поскидываю сюда, все, что у меня есть в инвентаре, если оно есть, конечно. Ну вот, собственно, ребят, как-то так. То есть у нас сейчас... я сервомотора не взял, да? Я молодец. Так, у нас сейчас куча редстоуна. Да, кстати говоря, нам кроме редстоуна еще придется светокамень тоже перемалывать. А, сюда нам надо. Если кто вспомнит, куда я положил пилу, тот молодец. Ибо я не помню. Так, ну вставай ты на трубу уже. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь не надо подключать. Ну шо? Поехало, пошло. Ну, убавляться начало, это точно. Что-то как-то сюда-то не прилетает ничего. А, ну понятно, ее опять снизу надо заправлять, не сбоку. 6 ведер. У-у-у, ребятушки. У меня подключился просто охерительный поджиральщик лавы. Но я буду очень надеяться, что все-таки вот эти трубы, они ближе находятся, чем вот эта вот труба. Поэтому вот эти машинки будут работать именно вот на... Вот эти машинки будут работать на ватт, а вот те вот будут работать на моей печи. Потому что печи для меня это приоритет полный. Если они начнут засираться, я начну паниковать. А когда я паникую, я... Паникую. Что у нас прилетело? У нас, кстати, труба должна быть забита из-за вот этой хрени. У нас там еще, по-моему, факел должен прийти когда-нибудь. Да, еще вот сколько у меня? 109 стаков. Ну, в принципе, нормально. Пережим, когда переваривать будем все это дело. Так, ну вот как-то так. Обсидиан у нас теперь потихоньку, помаленьку, но будет дофига. Теперь, помните, что я вам говорил в предыдущей части, чем мы будем заниматься? Заниматься мы будем тем, что мы будем делать загончик, вольерчик для наших животных будущих. Прошу прощения. Чихнул. Так. Загончик-вольерчик. Мне нужна куча досок. Точнее, куча забора. Да и, в принципе, наверное, все. Хотя, как-то там еще из забора делается какая-то штука, типа открывашка. Ну, не открывашка, конечно, не поняли, не открывашка, короче, а забор. Дверка в забор. Хотя, знаете, я, наверное, не буду вот это делать. Она... Вот сколько я играю в Майнкрафт, честно говоря, калитка пипец какая неудобная штука. Намного удобнее делать тупо дверь. Чем реально в разы удобнее. Как я в тот раз говорил, теперь вот это вот место можно использовать под что-нибудь типа загона. Поэтому под загон мы это и используем. Что нам надобно? Нам надо... кирпич, ага. Нам надо каблы. Жбеньк-жбеньк. Чтобы отметить границы нашей территории для животинки. Давайте это все ломать, если все упадет, ну и хрен бы с ним. Да, будут они рядом с крусиблами. Я ничего тут не поделаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Знаете, я бы, наверное, еще и на блок ниже это все опустил. А может и на 2.
То есть вот эта 66-я, у меня основной уровень я все-таки хотел делать на 64-й. Поэтому давайте я все же опущу на два блока. То есть вот это вот даже не то, а вот это вот здесь вот торчало, вот это то. Это тот самый 64-й уровень. Опущу я все-таки, и платформу я это уберу нахрен. Она мне не то чтобы прям нужна. Но зато все будет ровненько и все будет на одном уровне. Так, das ist gut, das ist gut, 64. Сколько у нас здесь получается? Ну, во-первых, давайте вот это вот тоже уберем. Конечно, красиво, хорошо и замечательно, но у нас теперь уровень другой. Можно, конечно, вообще вот закутки вот в этом сделать, потому что он у меня частично уже готов. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот отлично. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6. Короче, будет 10 на 10. Для вида я здесь забор поставлю, чтобы отметить просто территорию, где все должно находиться. Ну и плюс ко всему на забор можно ставить факела, только из-за этого. Так, вход у нас будет где-то тутома. Все это мы уберем. Господи, вы не представляете, у меня сейчас все внутри замерло, я думал, все... Я полетел умирать. И потом... О чудо! Это же джетпак. Я его даже не успел скинуть. Что у меня 2? 9 на 9, 81. 2 стака мне будет более чем достаточно. Раз, два. Земельки у меня сейчас завались. Раз, два, три, четыре. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. А почему 8? Должно быть 9 на 9. Нет? А, нет, подождите, почему 9 на 9? 8 на 8, все правильно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Да. Все правильно, потому что у нас 10 на 10 это края, а внутрянка будет 8 на 8, потому что минус 2 по каждой стороне и получается прекрасно. О, кстати, у меня даже есть идея для сегодняшнего вечернего стрима. Отлично. Хорошо, что я все-таки иногда две сборки параллельно пытаюсь вести. На одной сборке приходит идея для другой. Замечательно. Так, ну будет вот такая вот у нас, такой вот у нас небольшой загончик. Как я еще раз повторюсь, здесь больше для вида будет забор с этой стороны, нежели толку от него. Но будет. С этой стороны-то толк, естественно, есть. Так, раз, два. Раз, два, три. То есть вот здесь у нас вход. Сносим нахер здесь забор. Сносим нахер здесь забор. Ставим сюда наши... Такую вот арочку небольшую. Малисис Дор здесь нет, к сожалению. Ну, ладно, хрен бы с ним. Так, а вот здесь вот, наверное, двери я хочу на ту сторону сделать. То бишь, вот так. Чтобы животные здесь не стопорились. Ой, почти угадал. Вот сюда. Чтобы здесь было все плоско. Так, теперь суды. 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 И суды. Специально сделал чёт, чтобы у нас двойные двери были. Так, и теперь что нам надо, угадайте? Правильно, грассиды. Грассиды у нас выглядят вот таким вот образом. Ну, я думаю, 5 штук мне более чем достаточно. Пока что, потом посмотрим, может, еще сделаем. Так, серединка. Раз, два. Раз, два, три. Ладно, еще чуть-чуть надо, так и быть. И вот у нас распространяется вот так вот будет трава. Грассиды, если что, у нас получается из земли.
Знаете, что я еще хочу узнать? Мне вот хочется посмотреть... Вот такую штуку. Смотрите, что мы можем перемалывать. Это. Лаву туда? Да вы что, упали, что ли? И будет... А, будет готовая рыба. Эндер-дракон, эндер-эк. Это мне под ним надо будет поставить, что ли, получается? Я просто, насколько знаю, мы эндер-яйцо не можем взять просто так. Так, адский камень я получу, брокен-брокен. Вот, мне нужен обычный камень, чтобы получить кусты эссенции. Вот что надо. Нам нужна подстриженная трава из нейчера. Что-то вообще понятия не имею. Слизистая грязь. Окей. То есть вот что мы можем скидывать сюда и что можем в итоге получать. Это, я думаю, неплохо. Листва кровавого дерева, ягоды всякие. Но это не интересно мне, честно говоря. Это мне тоже мало интересно из листвы ивы получать всякие ягодки. Мне нужны сами кусты. Ягодки именно получать, это хорошо, но... А, нафиг не надо. Из песка известняк. Отлично. 2% шанс. Только песок 12-2 почему-то, не знаю почему. А здесь какой песок? Здесь песок просто 12-й. Короче, что я хотел, вот этот вот камень мне надо еще через сито просеивать, чтобы получить вот эти вот кусты эссенций. Ну а камень у нас что? Делается правильно, поэтому сейчас мы и будем его процеживать. Так, вот чтобы животинки у нас чувствовали себя комфортненько, мы, пожалуй, вот здесь вот все осветим. Чтобы у нас здесь никакая тварь не заспавнилась. Единственное, что нам бы как-то сделать нормальный проход ко всему этому. То есть мне вот это вот сейчас надо будет снести к черту. Потом я все это наращу обратно. Это, ну, что надо наращу, что не надо наращивать не буду. То есть мне надо сделать, не знаю, какой-нибудь вот постамент дома, а все остальное к черту снести. То есть все остальное у меня будет 64-я высота. Ну, как, собственно, и всегда. Я всегда развиваюсь именно на этой высоте, мне она нравится. Не знаю почему, ну, вообще это уровень моря Майнкрафта. Но у меня явно не с этим все это связано. У меня просто, не знаю, удовольствие эстетическое, наверное, что ли, получаю я, когда я на уровне моря развиваюсь. Понятия не имею, ребят, понятия не имею. Но когда все ровненько, это приятней, чем когда у вас постоянно... Понимаете, я не умею просто-напросто делать какие-то красивые входы, спуски, подъемы, поэтому мне удобнее, когда все ровно. И я знаю, куда мне надо бежать, допустим, чтобы найти 1, 2, 3, 4, 5. Так, нормально. Сейчас мы будем тут... Это же 64-е, да, отлично. Вот и давайте делать ход. Потом, не знаю, за кадром попробую что-нибудь сделать со всем этим барахлом, который у меня есть. Ну, я имею в виду с домиком. Как-нибудь все это покрасивее его выделю из всей вот этой серой массы. Пока, ребят, не знаю как. Но что-нибудь придумаю. Что-нибудь я постараюсь придумать. Так. Главное не из дерева. Дерево, все, дерево у нас уходит на второй план, потому что сейчас мы работаем с лавой, сейчас мы работаем с пиротиумом, и поэтому дерево нам строго запрещено вообще использовать. У нас слишком много везде генерится лавы и всего остального, чтобы в один прекрасный момент взять и тупо все это просрать. Благодаря тому, что все это загорится к чертям собачьим. Так, давайте в дырочку это все выкинем. Теперь тут факел. А, я сам под себя факел ставить не могу. Приколитесь. Раз, два, три. Три уже у джетпака, но и хрен бы с ним. Пока этого нам более чем достаточно, этих 63%. Да, у меня, конечно, такой елдак посередине получился не очень красивый, ну да ладно. Но я имею в виду из вот этой вот махины, которая вырабатывает энергию. Но черт бы с ним. Получилось, главное. А то, что елдак, ну что поделать. Елдак и в Африке елдак. Все, по идее, сейчас нам надо поспать.
и ждать, пока у нас веселые животные появятся, какие-нибудь хотя бы. Ну, пожалуйста, ну появитесь. Это будет не быстро, сразу же говорю, там генерация с определенным процентом вероятности происходит, то есть там типа каждую секунду просчитывается эта возможность, и, естественно, не каждую секунду они будут появляться. Так что беда, так что беда. Так, это мы убрали. Крусиблы пока не нужны, это пока не надо. Чё там делал-то? А, ну я животинку развожу. Именно к этому квесту я стремился. Желательно, конечно, еще поубивать у меня... А, о, еще мне факела нужны, вспомнил. И ранец бы зарядить. Давайте 400 так сразу сделаю. Че нам стоит-то? Че, энергии нет? Видите, началась беда. У нас началась нехватка энергии тупо. Не знаю, в связи с чем это вдруг произошло, но... Че есть, то есть. Будем, значит, с этим сейчас это как-то решать. О, да, понятно, что произошло. У нас появились куча разных дров ненужных. Больших и малых. Здесь у нас в экстра utilities пока еще нету. X8, X16 и так далее. Поэтому будем обходиться самыми стандартными лав-генераторами. Да, в принципе, я думаю, мне не понадобится в таком огромном количестве, там, не знаете, лав-генераторы. Тем паче у нас здесь есть, как это называется-то, мод Big Reactors. То есть мы сможем сделать большие реакторы, ну, логично, да, по названию. И с ними пожить будет, жить с ними будет уже поинтересней. Эти, насколько я понимаю, работают... Не на пределе абсолютно возможности. Потому что почему? Потому что у нас вот сюда комбайн хавает больше, чем 80 РФ приходящих. Поэтому давайте, значит, у нас первая системка, которая будет на новых трубах, это именно моя система по переработке дерева. А чё бы нет? С чего-то это надо было начинать в любом случае. Так, ранец у меня есть. А то я сейчас быстренько скопычусь, если нету. Вот знаете, единственное, в чем беда, я бы сказал, мода термалки, была, есть и остается, трубы невозможно использовать где-то еще. То есть трубы, они одноразовые, они вот апгрейдятся как, и все, и больше с ними ничего нельзя, ой, футы апгрейдятся, они делаются, и их апгрейдить нельзя. То есть я считаю, чтобы избавиться, допустим, от лишних труб, я бы их еще апгрейдил. То есть чуть подешевле. У нас апгрейдится только из свинцовых в анваровые трубы. Это, ну, как бы хорошо, конечно, что хоть так дали, но это пипец все равно. Это не круто. А, вот как можно. Я могу пробел зажать и... О, отлично, я нашел. Читерную стратегию. А, башка пробивает потолок. Так, я если буду трубы здесь убирать, меня же не зальет. Я очень на это надеюсь. А то я опечалюсь весьма. О. А, нет. Потеряшка, трубашка. Ну, отлично. Тикс, тикс и вот текс. Сейчас чихну. Ах, будь здоров. Так, все замечательно. Трубы подключены энергетически. Теперь у нас должно быть просто куча энергии. Соответственно, из этого у нас будет куча шлама. Ну и работать эта система будет уже на пределе своих возможностей. Насколько я помню, около 200 РФ надо. Вот в этой версии. Может быть, конечно, и поболее, ребят. Тут я, к сожалению, склеротик.
точную цифру сказать не могу, но вот в новой термалке, там она жрет, дай бог, каждому. Столько хавать, мне кажется, вообще никто не способен. О, о, как красиво, красиво-то как! Прям, муа, ляпута! Да, кстати, еще голд у меня не отображается прямо на экране, это немножечко бесит. Ну а как же шлам? Как же шлам? Куда он весь девается? Неужели он весь реально выкачивается? Тут столько было всяких хреновин, и все это выкачалось. То есть у меня две эти штуки успевают отрабатывать? Не верю. Не верю. А, ну понятно, этот шлам постоянно прибывает. А отсюда он постоянно убывает. Ну, в общем. Все как-то печальненько получается. Сладж. Сладжик. Надо будет еще импульсные трубы делать всячески. Ну, в общем, апгрейдить надо будет. Ну что ж, в общем-то, мы сделали то, что хотели. У нас есть небольшая теперь территория, где могут спавниться животинки. С какой-то долей вероятности, еще раз повторяюсь, они будут спавниться. Но когда это будет, хрен его знает, ребят. Я не знаю. Когда-то это будет. Ладно, давайте на этом уже будем серию заканчивать. Ну, а с вами был Witch of Sin. Это была игра Minecraft, сборка Agrarian Skies, версия Майнкрафта 1.6.4. Всем спасибо за просмотр и всем пока!